Добрый день, уважаемые друзья, герои труда, герои России, герои Советского Союза. Сегодня мы приехали с делегацией из Красноярского края Трудовой доблести России передать вам огромный привет с берегов Енисея, поздравить с 15-летием Трудовой доблести России, пожелать вам здоровья, благополучия, веры, надежды, любви. Красноярское отделение Трудовой доблести России на живом примере сегодня показывает популяризацию человека труда. Мы проводим в год по несколько десятков турниров воспитания молодежи, как трудового воспитания, так военно-патриотического воспитания. И в этом задействуем в основном людей, героев труда, людей, которые отметило государство орденами Ленина, орденами славы трудовой доблести России, которые очень активно принимают участие. Красноярский край внес большую лепту в развитие великой нашей страны, которую мы вместе потеряли, Советский Союз. Я вчера называл, у нас есть в Красноярском крае Камский район, село Бражное, в котором проживало 1700 человек. Из нее стало 22 героя соцтруда и один герой Советского Союза. Красноярский край в свое советское время, Алексей Косыгин строил такую программу «Камский очистительный бассейн», «Готель», который был направлен на развитие экономики Советского Союза. Все это мы свернули, все мы потеряли. И сегодня пожинаем то, что сотворили вы в 20 веке, сотворили своими трудовыми подвигами, оставили ту промышленность, которую за короткие 25-30 лет побили на металлолом, людей отправили на улицу. И я сегодня об этом говорю, что невозможно возродить страну без промышленно-производственных парков, без человека труда. Это основа нашей жизни. Труд воспитывает и облагораживает человека. Если мы к этому не вернемся, ничего у нас не будет. И знаете, печально, вот я второй раз с гордостью большой выхожу на эту трибуну и вижу вас, ваши глаза, и мне печально за нашу власть, которая не может найти 5 минут прийти поздравить вас, которые люди восстановили страну после разрухи, после Великой Отечественной войны. Это плохо, это жаль. И мы хотим сказать огромное спасибо вам, Алексей Гаврилович, за ваше внимание к Красноярской трудовой доблести России, Чубенку Юрию Тимофеевичу, Юрегину Владимиру Михайловичу, Баштанюк Геннадию Сергеевичу, которые присутствовали у нас на ряд мероприятий. Мы можем гордиться то, что мы делаем сегодня. Мы издаем книги людям труда. Десятки книг уже издали. Построили обелиск всем героям труда, героям Советского Союза, героям России, кавалерам трудовой и боевой славы, на котором присутствовали многие здесь сидящие в зале. Мы все делаем для того, чтобы наша молодежь перенимала опыт. Мы проводим сотни турниров спортивных, и везде участвуют люди труда, открывают эти турниры. Мы стараемся, чтобы поколение друг друга знало. На сегодняшний день мы уже 15 раз будем проводить на День Победы концерт с участием нашего большого друга, который стал членом вашей семьи, Иосиф Давидович Кобзон. Андрей Дементьев, они приезжают 5 мая, мы собираем ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны до 5000. В год мы уже 15 лет проводим такие мероприятия, по 3-4 мероприятия в год. Везде участвует трудовая доблесть России. Я хотел вам сказать всем огромное спасибо, поздравить с 15-летием, пожелать вам здоровья, веры, надежды, любви. Молодежи есть на кого равняться, есть брать с кого пример. С праздником вас! Приглашается генерал-лейтенант Терехов Петр Федорович, Совет ветеранов военно-воздушных сил.